Добрый день! Я руководитель Сибирского центра конфликтологии Марат Александрович Авдеев. Сегодня мы рассмотрим, какие великолепные возможности открываются в сфере защиты прав граждан. С принятием закона о банкротстве открылась благоприятная возможность, которую вы можете использовать. Мы находимся на сайте «Банкрот. Один клик» – мобильный сервис для граждан-банкротов, а также финансовых управляющих и экспертов. Вот здесь вы видите удобную справочную информацию, например, арбитражные суды, все арбитражные суды России. Вы легко увидите на карте этот суд. Переходим к списку банкротов. Выберем, допустим, Корнилаева. Здесь вы видите фамилию, имя, отчество банкрота, паспортные данные и все необходимые документы для того, чтобы подать заявление. Обращаю внимание, что необходимо определить саморегулируемую организацию арбитражных управляющих. Попробуем выбрать, например, инициатива. Здесь вы видите, арбитражный суд Новосибирской области подобран автоматически, исходя из места жительства должника. Место жительства должника введено. Система автоматически выбирает необходимый арбитражный суд. Посмотрим, какие документы связаны с должником. Вот, пожалуйста, выписка по этому кредиту, сумма, основной долг, процент, пеня. Мы можем скорректировать. Судебные документы. Вот, например, мы видим решение суда о банкротстве. Решение суда 21 декабря в отношении супругов. Как видите, вот эта резолютивная часть решения, она вынесена арбитражным судом по результатам обращения в суд. Определение о полном прекращении обязательств. Аналогично. Определение о завершении процедур реализации имущества должника. Здесь говорится о полном прекращении обязательств перед кредиторами, включая тех кредиторов, которые не заявили свои требования в срок. Вот вы видите, банкрот один клик прислал письмо после того, как я внес изменения или добавил нового должника. Здесь непосредственно в теле письма вы видите все необходимые данные, а также сам текст заявления. Это заявление позволит выиграть вам в арбитражном суде. Причем все реквизиты подставляются автоматически. Дальше есть приложение. В данной версии, хотя стоит много прочерков, это демонстрационная версия, но на деле заполняется также вот все многочисленные поля. Рассмотрим, какие шаблоны здесь имеются. Решение суда о банкротстве, запросы в налоговые. Видите, как много различных заявлений. Эти заявления доступны пользователям в зависимости от выбранного тарифа. Итак, вот заявление должника. Я прошу обратить внимание, что здесь перечисляются все кредиты. Это очень удобно, поскольку приходится пояснять свою позицию в арбитражном суде, и обширный перечень приложений, без которых заявление просто не будет принято судом. Все это доступно тем, кто подписался на платные тарифы. Информацию о приложении вы можете получить по ссылке. Здесь у нас общие условия обслуживания, исключения из правил, с которыми мы не работаем. Более подробную информацию можно получить на сайте банкрот1клик.ру Moodle. Учебный сайт вместе с учебными курсами. Добро пожаловать! Так вот, интернет не знает понятия «близко» или «далеко». Мы все находимся в равных условиях. Почему бы из Омска специалистам не проводить консультации для москвичей, для Санкт-Петербурга? Договорились о времени, оказали. Или просто порекомендовали, обратитесь, вот этот сервис «Банкрот. Один клик» – Сибирский центр конфликтологии. Или третий вариант – приехал кто-то из Омской области, который никогда не пользовался компьютером, пенсионер, дедушка, бабушка, да? Но он тоже испытывает прессинг со стороны кредиторов. Вы его садите рядом с собой, настраиваете вот этот сеанс связи, и вы получаете 33% за консультацию. Обанкротился сам, помоги ближнему. Расскажи подробно о том, как тебе это удалось. Хотя у юристов действует другой подход, и арбитражных управляющих.
это и у судейского сообщества хранить свои знания, да, огородиться барьерами от других специалистов. Вот в этом заключаются секреты.